Никита, Никита, ты дурной, серьезно. Этот скуфидон меня замутил, он меня даже не слышит, блядь. Какого хуя ты сидишь и пиздишь какую-то залупу мне, блядь? Ну давай, гладиатор. Ты заебал! Протрезвей, блядь, поспи, я не знаю. Ну, гладиатор, где твой член? Я не вижу. Гладиатор, убери свой член. Да в смысле? Да ты сидишь и пиздишь. Ты сидишь и пиздишь какую-то полную хуйню, Никитос, серьезно. Гусь, ты в полк вернешься? Когда? Я, блядь, захожу, сука, под ночь. Пап, нажми. Таб нажал. Нет. Это не этот аккаунт. Я, блядь, захожу под ночь, блядь, просто раз, блядь, на 2 часа. Все, нахуй. И я гусь, хорошо ебусь. К чему, блядь? Ура. Давайте каперы, как тогда сидели. Пиздец, у него командир ебаный танканул. Командиан? Блядь, Заноло, ты тут, Зан. Что? Нихуя! Ты пойдешь на Гомбере? Чё? Ты что на Гомбере? Зам пойдёт, Зам тренируется для 1-1 с гладиатором, но реально типа не вывезет чел, блядь, понимаешь? Не пойти, блядь, ёбаные полковые. 1-1? Из пизды. Ой, полковые, смотри. Это страшно. Ебать, чё за клоуны? Ничего страшного там нет. Вы понимаете, что у нас 8 демок сейчас включено? Нормально. Чё, нет, так вообще нормально, нормально. Выиграл. Я бы еще одну врубил. Я могу зайти это, второй аккаунт засунуть. У меня наушники за 7000 рублей. У меня наушники от SteelSeries. 7,1. За 50 евро. 7,1 наушники у меня. Но они лежат, правда, блядь, там. Далеко. Да, и неправда. Мне интересно, стой, они... 7.1 это где 6 источников, да? Нет, 7 источников звука и 1 высокочастотный. А, да, точно. Блять, 7 интересно, это где, это а ты в курсе, 6? Что 7.1, ну, достоверно есть только у двух марок наушников? Да, и остальные виртуальные. Да, у тебя виртуальные 7.1. Не, понимаешь, 7 это когда 6, пацаны. Конечно, это виртуальный. Я сильно. Не тебе говорил о том, что это реальный. Нет, ты у тебя есть виртуальные наушники? Что у тебя 7.1? Ну, блядь, они эмулируют звук 7.1. Виртуальные наушники! То есть, ну, написано на них 7.1. Коробки. Ну, все верно, значит 7.1. Виртуальные наушники True Wireless, да? Бесконтактные. Нет. Беспроводные. Трусы. Беспроводные, кстати, у них задержка, поэтому лучше проводные. Че, серьезно? Да не, пиздят. Так же, как и мышку. Пиздят. У меня мышь тоже есть. И вот настоящие киберкотлеты выбирают чисто провод. А у вас провод? А где? Настоящие... Ага, у меня гибридные наушники, я могу их подключать по проводу. Чисто? Чистый провод, а грязный нельзя, да? Ну, это неплохо. Гудятор у тебя есть, Ества? Да, есть. Пиздец, я просто убегаю. Нет, я нахуй, я ебнусь, блядь, об стену слезу. Что? Сука, не может такого быть. Блядь, открой мою карточку, ебаный в рот, посмотри немецкую технику, увидишь. Что там внутри, я с тобой? Не, я нахуй просто... А чё, слабо с ним на 1-1 на Е100 пойти? А... Играем на аккаунт. Я выбил себе ствол, врезавшись в противника. Мне не слабо вообще с любым, блядь. Похуй, что я, может, даже и пизды получу, ну. О, блин, давай со мной на чем, вот давай, ты любую технику, которая нормальная, выкачиваемая. Давай на самолетах. Пиздец, на каких? На, блядь, реактивных. Например, какой? Мигари. На араба. Какой из мигарей? Сходите в лоба на араба. Сходите на араба.